Да, и забыл всем сказать привет. У нас новый день, скорее всего, это даже новый влог. Среда. У нас понедельник и вторник были выходными днями. Это вторник, 14 мая, Радуница. Понедельник перенос. Поэтому в школу ребята должны были идти в среду, сегодня. Но не пошли. Потому что у них 16, 17, 18 финал области, три игры. А сегодня сводная тренировка тех, кто заявлен на эти игры. Халява, халява, халява. Федьку и Соню, короче, по школам, по садам отправили. Пацаны, вот, привез на тренировку, сейчас пойду посмотрю. Ну а завтра начинаются игры финальные. Ну что, в этот раз зеленые на послетренировочной игре между собойчики выиграли со счетом 4-2. Ах, что-то резкость. Это их реванш. Они как-то получали, теперь раздают. Да что с резкостью? Камеру потереть. Ай! Ну-ка. Все равно что-то не то. Нету резкости. Фокусируйся. Хоп. Не хочет что-то камера фокусироваться. Ладно. Оттренировались, покушали и едем куда? На дачу. Не плачь, Гоша. У нас там есть одна выбивалка. Одну с собой взяли. Ковры надо вытряхнуть. Будем двоих выбивать сразу. Вдвоем двоих. Да, пора уже к труду приучать, а то потом они умеют. Поросли уже. Поросли. Сегодня кое-кто даже постель за собой не заправил, не да? Заправил. Да, кое-кто. Не заправил? Нет, не заправил. У Федора и у тебя она не заправлена. Сейчас, может, уже и заправлена. Ну что, ребзя, не вариант, так не видно. Вот это ближняя. Правая от нас, скажем так. Ну, не фокусируется. А? Короче, есть повреждение резьбы, есть повреждение места прилегания шланга, где резиновая прокладочка, поэтому немножко пускает. Ну, сейчас, последний раз попробую фум-ленту, уплотнительная сантехническая лента. Если не поможет, придется заказывать новый смеситель, вот такую вот ленту. Сейчас покажу, может, кто-то не видел. Это вместо льна, в места, где маленькое расстояние. Смотрела бы и смотрела, как на огонь, на этого мужчину, который косит траву, работает тут. Надо же иногда вот и поработать, даже трава у нас выросла. Такой молодец. Сейчас увидит, что его снимаю, будет ругаться. Серый, может, там еще покосим? Бьет. Там покосим. Там покосим. Провод дотянется? Провод не дотянется. Ну, все, немножко покосили. Запаковал обратно в багажник. Газонокосилку повезу. Сейчас он дежурный принесет контейнер для травы. Слаломист. Скажи так, стали, что и не пройдешь, да? Ну, умные. Сейчас повезу, выгружу, не знаю, возьму с собой шуруповерт, если успею, еще там покашу. А потом за Федором. Нет, значит, завтра. Ну что, разгружай. Привезли машинку, постригли. Постригли траву. А я пока там малые трясли. Пока малые трясли ковры, я все перемыла внутри. Теперь у нас чистота, можно приезжать ночевать. Чистота, чистота. И на втором этаже, сейчас покажу тоже. Тут уже теперь надо разуваться, потому что... Ой, какой пол холодный. У нас тут еще Новый год. Ну, мы его не снимаем. Чего снимать? Короче, здесь что сделали? Вот так вот я теперь положила ковер. Он так гораздо удобнее лежит, потому что он был как-то так перевернут. Этот шкафчик стоял здесь, я его переставила туда, и тут места больше. Сейчас еще подушки потрясем. Короче, сделаем красоту. Близко уже подходить не буду. Сейчас там начнет музыка, гимн играть, YouTube не пропустит. У нас что, первый день финала области. Вот четыре команды, белые барановичи, наши фиолетово-сиреневые, зеленые это Пинск. И там вот еще синее, бирюзовое, это тоже Брест. Сугака дети.
что первый день, первая игра, играли против СУГК, важная игра. Победа со счетом 1-0. Мальчишки пришли с игры. 2-0 выиграли, да? Я разрешила им поиграть в пьеску немножко. Мы сейчас поедем снимать вот этого вот мальчика, который тоже сегодня не пошел в сад, да? Прописывает тут вот цифры, видите? 7-8. Кушает, приятного аппетита. Он сегодня пойдет на 4 часа на репетицию, да? Потому что... Сергей, что ты его нервируешь? Следующая неделя у нас выпускной. А потому что надо было... Потому что надо было в сад его завести, а не с собой брать. И все было бы нормально. Я забыл, что завтра рабочий день. Ну, последний. Соня второй урок. С утра его не волочить, туда-сюда не ездить. Ну, дел как лучше. Вот так вот, да? А Федя? Завтра последний рабочий день? Что значит последний рабочий день? На этой неделе, да. Работают все в субботу вместо понедельника, когда отдыхали. Замена. Перенос. В эфире рубрика «Мама Аня садовница». Что тут у нас нового? Вчера мы, видите, такую вот овсянницу выкопали в лесу, при леске посадили. Здесь больше ничего нового. Пообрезали немножко ирисы, потому что они позасыхали сверху. И здесь вот у нас тоже садик. Тоже овсянница. Вот так вот. Красивенько. Потом она разрастется. Надеюсь, и будет красота. Поливаем, короче, по вечерам занимаемся. Где-то еще днем прополоть выхожу. Там сирень наша не прижилась. Тетя Оля еще арендовала участок. Но вдалеке мало ей оказалось. Короче, еще вот здесь вот. Ну, а здесь вот одна сирень, наверное, засыхает. Ну, не наверное, а точно что-то вот. Не очень ей хорошо. А остальные вроде бы ничего. Там вот еще одна маленькая тоже скукожилась. А так все ок. Так, снова садоводческий контент. Буду сейчас полоть вот эту вот каку. Видите, как тут мы очи так посадили. Он пережился хорошо. А травка растет. Надо ее прополоть. Ну все. Прополола. Осталось полить. И здесь еще вокруг люка тоже прополола. Сейчас пойду выброшу. Видите, немного мусора, но весь такой мелкий. Короче, чуть ли не доставать все цветы пришлось, чтобы перебрать.